Несколько часов назад в Красноярске завершился митинг КПРФ. Сегодня, 7 ноября, в честь 95-й годовщины Великого Октября, демонстранты прошли от Театральной площади до памятника Ленину, где и прошел митинг. Также к шествию присоединились общественные движения за сохранение Березовой рощи. Активисты собирали подписи против вырубки леса в Академгородке. По словам организаторов, практически каждый прохожий старался поддержать акцию. Письмо с требованием прекратить вырубку Березовой рощи направят президенту. Это, можно сказать, просьба к президенту нашей страны, к губернатору нашего края и главе города Красноярска. Так, акцию проводим, подходим к обычным гражданам нашего города и собираем подписи на 2 экземплярах. Так, затем эти копии пойдут президенту и также по старшинству. А